В Малаховке продолжается капитальный ремонт двух учреждений, которые вошли в госпрограмму «Образование Подмосковья». На одном из объектов 46-й гимназии работы выполнены на 35%. Наш корреспондент расскажет все подробнее. Над масштабной реставрацией гимназии ежедневно работает более 60 человек. На данный момент проходит черновой этап ремонта. Внутри здания строители завершают штукатурку стен и стяжку пола на первом этаже. Снаружи накладывают первый слой мягкой кровли и работают над фасадом. Усиление фундаментов мы прошли. Планируется на этой неделе приступить к усилению перекрытий первого-второго этажа. И также дальше продолжать инженерные системы. Электрику, сантехнику, канализацию и слаботочные системы. Мы постоянно ремонтируем детские сады, школы, больницы. То есть уже давно в социальной сфере. То есть опыт уже есть, большой. Справимся, не подведем. В этом лично убедился глава округа Владимир Волков. Работы идут по плану, отставаний в графике нет. Каждый этап капитального ремонта под контролем властей и надзорных органов. В данный момент ход работ и выполнение составляет 35%. Наша задача в конце августа уже школу передать педагогам для того, чтобы дети с 1 сентября пошли в новый, обновленный свой школьный объект. Преобразится не только здание гимназии. Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг него. После всех работ учебное заведение, построенное в конце 30-х годов прошлого столетия, получит новую жизнь. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.